Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас очередная новость на сайте. Alcatel C5 Pro будет стоить менее $75. Компания Alcatel Discover в скором времени выпустит в продажу новый смартфон Alcatel C5 Pro с усиленным металлическим каркасом и ударостойким дисплеем. Новинка будет доступна в белом и черном, золотом и серебряном цветах. Размеры корпуса составляют 144,6 мм по высоте, 72 мм ширина, 9,3 мм толщина, а вес 174 грамма. Смартфон будет работать под управлением Android 6.0 Marshmallow. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6737 Cortex A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения за счет карт памяти. 5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 пикселей прикрыт изогнутым 2,5D стеклом. Рама смартфона выполнена из сплава цинка, а особая текстурированная задняя панель выделяется среди прочих смартфонов и обеспечивает особые тактильные ощущения. Сзади установлена 5-мегапиксельная основная камера с интерполяцией до 8 мегапикселей и автофокусом со вспышкой. Спереди предлагается 2-мегапиксельная камера, интерполированная до 5 мегапикселей с автофокусом. За автономность работы отвечает батарея емкостью 2000 мАч. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.